Всем огромный привет! Были мы в магазине Галамарт. Очень было много новинок, но ходили за самым-самым нужным. Здесь у меня сидит помощник мой, котик. Смотрит в окно, птичек ловит. Итак, поехали. Что же мы купили? Купила я вот такие вот губки. Я их уже беру не в первый раз. 29 рублей. Здесь получается 7 штучек. Да, 7 штучек. Вот такие вот. Классные, мне они нравятся. Они не сильно такие уж большие, прям для моей руки. Также вот такую вот подвесочку взяли для губки. Леша брал, но он брал, получается, не в Галамарте. И вот эта вот заклепочка сама порвалась. Порвалась она вот здесь, вот именно. Вот такую взяла я розовую, была она по 55 рублей, вот такая вот. Очень удобная, так помыл что-то, посуду помыл, и удобно, и всегда под рукой, и можно удобно ее помыть. Так, носочки взяла Леша, вот такие вот они по 15 рублей, хорошие носки, мы их уже брали. Сделаны они в России. Состав хлопок 45, полиэстер 55, и все. Такие вот носки, обычные черные. Также Леша взял брелки. В прошлый раз он взял только себе. В этот раз, я не знаю, взял или брату, или друзьям, не знаю, на подарок. Вот такие вот они по 79 рублей. Здесь написано, что талисман мотивации, талисман энергия. Такие вот два брелка. Также взяли ножик. Вот такого для овощей, которые мы брали. Знаете, вот фигня фигней. Вот. Они, во-первых, быстро тупятся. И у них само лезвие такое тоненькое. Это более такое поплотнее. Ну, не знаю. Стоило оно 79 рублей. Так, взяла два ароматизатора в шкаф. Вот один арома Саше Любовь. Коллекция изысканных ароматов. Фруктовый. Да, фрукты. Такой вот. 49 рублей он стоил. Приятный такой запах, свежий. Я люблю, чтобы вещи в шкафу приятно пахли. И вот такой вот я уже брала. Вот такие вот. Только они стоили, знаете, по 19 рублей. А сейчас по 39. Это яблоко. Тоже приятно пахнет. Также сезон сейчас ботинок, обуви, грязи. Нужно мыть и начищать. Так, Мурзик. Вот такая вот губка. Блеск. Очищает от пыли и грязи. Мгновенно придает блеск. На тебе, на. Так, взяла резиночку вот такую вот себе. С такими вот звездочками. По 29 рублей всего лишь. Я там беру резинки, мне не нравятся. Они не растягиваются. Хорошие резинки. Также взяла форму. Мне не хватает форм. По 129 рублей. Я считаю, что это очень хорошая цена. Так, сейчас вам скажу ее размер. Она идет 24,5 на 6 сантиметров. Так, материал. Так, углеродистая сталь. И все. Больше ничего такого не написано. У меня есть форма, но она, знаете, такая сильно прям большая. Мне нужна вот такая вот маленькая, аккуратненькая. Так, далее взяла вот такой вот контейнер. Мне нужно для специй, потому что мне не хватает одного, который я брала в фикс прайсе. Он стоит 59 рублей. Такой вот контейнер. У меня тут просто пельмешки еще готовятся. Я их выключила тоже. Сейчас выкипят. Так, сезон мытья окон начался. Взяла вот такую вот, как она называется-то, окномойка с стальной ручкой 25 сантиметров. 69 рублей всего лишь. У меня есть такая, но она уже, знаете, вот эта вот губка, она уже потемнела. И так хорошо не моет. Она не вытаскивается. Я думала, что она как бы вытаскивается, но нет. Здесь я в магазине посмотрела. Она просто откручивается вот так вот. И также закручивается. Можно ее отдельно помыть от ручки. Так что будем мыть окна. Также взяла вот такой вот скребок. Мы постоянно берем либо в Галамарте, либо в Холидее продается скребок для стеклокерамики. Всего лишь 29 рублей. Мы его очень часто меняем, так как, ну, где-то через недельки 2-2,5 начинает вот это лезвие
ржаветь. Хороший скребок. Также взяла вот такую вот салфетку от марки Vetta для сушилки посуды из микрофибры. 38 на 50, 138 рублей. Я лучше потрачу побольше, но куплю, знаете, более-менее такую. Ой, она и толстенькая, и посуда на нее побольше влезет. Сейчас я вам открою, покажу. Ну вот, представляете, вот такая вот. И она толстенькая. Не то, что там в фикс-прайсе по 55 рублей. Так, Мурзик у меня ждет, ворует ручки. Так, вот такая вот. Ну, хороший такой узорчик приятный. У меня уже есть Галамарта, и с совушками есть. Еще там расцветка у меня была. Я их стираю, пользуюсь ими. Мне они нравятся. Так, далее. Что у нас тут осталось? Вот такую вот мисочку взяла. Такого она персикового цвета. Здесь матовая идет, а здесь такая глянцевая. 39 рублей всего лишь этот салатник. Салатница 180 на 180 и на 75 миллилитров. Можно использовать в микроволновке, в холодильнике. Вот такая вот мисочка. Под салатики освежить очень даже неплохо. Так, и взяла я чехол для паспорта. В прошлый раз я брала вот такой вот паспорт. Ой, паспорт, обложку для паспорта. И в этот раз она тоже там была. Я сперва думала, что я взяла в фикс прайсе, но нет, все-таки в Галамарте. Также вот эту папочку брала там же в Галамарте. Она 12 рублей, что ли, стоила. Удобно с собой так положить, оно и не намокнет, если что. Так, все, она такая удобная, хорошая. Не порвалась она ни капельки, нигде ничто не треснуло. И взяла только в другой расцветке, вот такой вот приятной. Вот, можно хоть что-то положить. Очень удобно. Стоило всего лишь на 49 рублей. Вот такая вот расцветка. Там было их куча, было их очень-очень много. Такая вот обложка. Ну, вот такие вот были у меня небольшие покупки, но нужные к мытью окон, так сказать. Кому понравилось мое видео, ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал, пишите комментарии. Всем пока-пока. Ну вот так вот выглядит вот эта вот штучка. Я старую выкинула, вот повешала новую. Также про вот этот коврик. Он у меня уже постиранный. Вот такой вот он прям большой довольно-таки. Вот хороший. Коврик этот. Так, и также форму. Вот сегодня спекла шарлотку. Все, она у меня пропеклась. Хорошая форма. Мне она понравилась. И я пользуюсь вот такой вот, но она только диаметром побольше. Это вот такая вот под пироги как раз хорошая. Это я сегодня пекла ленивые голубцы. Тоже приготовила. В принципе, они одинаковые, по-моему. Из одинакового материала, я имею в виду. Так, ну и сегодня я еще порезалась вот этим новым ножиком. Хорошо он режет, да? Мыла посуду, порезалась им. Ну, знаете, для меня не очень удобно. Мне надо, чтобы вот, например, вот это лезвие шло маленько пораньше, чтобы изгиб был не как вот здесь, да? Что он на краю изгиб. А чтобы где-нибудь наполовину уже шел изгиб, чтобы удобно было резать. Ну так, в принципе, я довольна гаджетами с Галамарта. Вот такая вот у нас грязюка, погода. Сегодня у нас суббота. На воскресенье перейдет плюс 7, но сейчас, в данный момент, на улице очень холодно. Все уже растаяло. Вчера у нас в пятницу вечером шел дождик, очень такой прям хороший. Везде уже снега практически нету. Мусор растаял весь, да, и кочки. Кому понравилось мое видео, ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал. Всем пока-пока.